Добрый день, друзья! Вы на канале Джаз, и это моя реакция на трейлер «Человек-паук. Возвращение домой». Ну что же, начнем! Паучок! Привет, народ! Я оставлю костюм? Конечно. Не мой размер. Не делает ничего, что сделал бы я. И уж точно, чего я делать бы не стал. Вот где-то посерединочке ты можешь действовать. Ага. Эй, парни, минуточку. Вы не настоящие мстители. Но это не значит, что ты мститель. Имей в виду. Так нечестно! Я дверь открываю. Ладно, все, удачи. Мир меняется, парни. Пора и нам измениться. Стервятник, мой братик! Забудь пролетающего монстра. Почему? С этим есть кому разобраться. Кому? Мне, что ли? Старк считает меня ребенком. Но ты и есть ребенок. Мой шанс проявить себя. Не лезь ко мне. Или я убью тебя. Буду собирать деньги на попкорн и на билеты. Но это маловажно. Ведь можно всегда спиратить из интернета. Ну, пока! Увидимся в следующих роликах. А в конце данного ролика я хочу вам посоветовать такой канал, как New Quest Point. Он снимает пародию и всякую ерунду. Вы видите его на экране, подписывайтесь. Всем пока! Та-дам!